Соответственно, приходим к выводу, если есть соцсеть такая, как Facebook, то эта сеть, она вообще не предусмотрена для того, чтобы громадскость на базе этой сети коммуницировала. Именно для этого создан этот портал, который покрывает полностью необходимость всех громадских организаций в Украине и покрывает необходимость громадскости Украины для участия в общении. Теперь громадская рада Новокаховской РДА Херсонской области может задать вопрос напрямую в громадской раде при министерстве Минюст, которую представляет Василий Витальевич. Вот какая коммуникация у нас должна быть. И на портале есть такой функционал, как форум. На форуме 24 области разделены по районам, и теперь которых в Украине порядка 600. И назван этот форум «Громада Украины». Теперь каждый район может на базе этого форума поднимать вопросы внутри своего района, а громадская рада, которая является центром и платформой взаимодействия между громадскостью и владою, вот где стоит громадская рада, посередине именно громадская рада должна слышать громадскость, объединять громадскость на районах, поднимать эти проблемы и взаимодействовать. Каким образом? Вот именно то, что вы сказали, Василий Витальевич, для этого создаются комитеты. Сейчас есть комитет цифровой коммуникации, сейчас есть комитет предпринимательства, сейчас есть комитет по захисту прав инвалидов. Каждый профильный комитет будет объединять под собой профильные организации, общественные, спилки, ассоциации. Таким образом, будут ветви. Если есть общественная организация, которая занимается захистом прав инвалидов, ребята, просим вас, вот ваш комитет. И именно вот эти комитеты, которые в дальнейшем будут начислять, может быть 100, 150, может быть 200 общественных организаций, ассоциаций, спилок, предприятий, учреждений, громадян, которые занимаются активной громадской деятельностью, вот оттуда должны подниматься проблемы, создаваться законопроекты, анализироваться профильно. И потом вы спросите, куда? А потом этот законопроект должен ложиться на стол профильных комитетов. Ибо в комитетах создают инструкции космонавтам, которые должны высадиться на Луну, будучи людьми, которые еще никогда не были в космосе. Спасибо большое. Спасибо за выступление, спасибо за то, что вы делаете. Да, вы говорите в общем, это хорошо и правильно. Значит, мы готовы антикоррупционное направление, скажем так, войти и заниматься, потому что у нас очень много экспертов именно в антикоррупционном направлении. Вот, поэтому мы там поменялись визитками, надеюсь на сотрудничество. 20 числа, если пригласите, мы можем презентовать ту платформу и то, что мы предлагаем для решения совместных вопросов. Поделимся, усовершенствуем и будем работать. Да, вы назвали очень много громадских рад, вы назвали, к сожалению, много членов громадских рад, но, к сожалению, таких людей, как вы и ваш коллега, который выступал перед вами, очень мало. Если бы таких, как вы, было больше, тогда бы, может быть, мы с вами сегодня уже бы и не собирались, потому что вопрос коррупции и все вообще бы не стало. Если нас уже четверо. Да, Надежда, представитель Громадской рады Киево-Святошинская. Нас уже четверо, ребята. Объединяемся. Нас уже не только четверо. Значит, дополнение. Только очень коротко, пожалуйста, потому что еще одно, я думаю, одно выступление и будем заканчивать, потому что мы...